Здравствуй, уважаемый слушатель. На этом уроке хочу рассмотреть такую тему, как так получается, что не зная, куда пойдет валютный курс, трейдер может зарабатывать деньги. Знаете, есть такая пословица, что аналитик, зная, куда пойдет валютный курс, не знает, как на этом можно заработать. А трейдер, наоборот, не зная, куда пойдет валютный курс, может на этом заработать. Ко мне часто обращаются мои знакомые, родственники, там, по имейлу люди пишут и спрашивают: Станислав, ну знаю, что я торгую на рынке, спрашиваю: Станислав, у меня есть там 10 тысяч или 100 тысяч евро, сейчас такая ситуация в Европе страшная, кризис, там, дефолт грозит и так далее, что нам делать с валютой? И в Америке то же самое, может купить рубли или доллар или так далее, будет евро расти, не будет. В общем, вопросы такого плана, у меня всегда ответ один: черт его знает, я сам не знаю. Вот реально, я сам никогда не знаю, что будет с валютой наперед. Если бы я хоть один раз в своей жизни знал, что будет с валютой, я бы вот на 100%, я бы заключил сделку одну, и в одной сделке стал бы самым богатым человеком в мире, ну или одним из самых богатых, правильно? Но, к сожалению, я этого не знаю, поэтому я сделать этого и не могу. В чем вообще заключается суть торговли? Вот все новички, они начинают думать, они думают как обыватели, то есть они думают, что надо найти такую точку входа с использованием индикатора, волнового анализа и так далее, чтобы они при каждом входе получают прибыль. То есть они работают по схеме: одна сделка, 100% прибыль. Они пытаются найти такую схему. На самом деле эта схема неверная. Найти такой вход не получится ни у кого. Если получается такой найти вход, то он работает очень недолго. Потому что чем вы жестче подбираете всякие параметры, тем, чем вы жестче пытаетесь отточить свою торговую систему, тем она более хрупкая. Немножко рынок поменялся, и она рухнула. И все, кто так начинает делать, они либо отходят от этого рано или поздно, но практически все новички через это проходят, либо вообще завязывают с Форекс. На самом деле, трейдер должен подходить к этому с совсем другой точки зрения. Вы должны понимать, что одна сделка, единственная, каждая конкретная, она никакой роли для трейдинга не играет. Вот очень часто на форуме, допустим, мы входим в рынок, и люди, новички переживают из-за того, что они получили стоп в какой-то конкретной сделке. Это ошибка. Одна сделка ничего не решает. Вы должны разрабатывать такую прибыльную торговую стратегию или систему, которая бы в совокупности, например, в 100 сделках, давала бы вам в совокупности положительный, то есть рост депозита давала. Вот к такой вот схеме нужно идти. А когда вы работаете по такой схеме, вы и на каждую конкретную сделку не ориентируетесь, вы, конечно, не знаете, что будет в каждой. Когда я открываю сделку, каждую конкретную, я не знаю, я закрою ее в плюс или в минус. Но я знаю, что совокупный баланс моих сделок, допустим, 100 и больше, он будет всегда в плюсе. Вот это надо понимать. Поэтому, когда у меня спрашивают, например, знакомый там или друг, что ему делать с евро, как я ему могу что-то подсказать, если я знаю, что я ему сейчас скажу, например, да, евро будет расти, он возьмет его и купит на все деньги. А евро, я не знаю точно, будет оно расти или нет. А он же не будет торговать, как я, он же не будет его продавать, выставлять стопы и так далее. Он купит и все. А что дальше будет, я потом буду виноват, если он потеряет деньги. Как добиться этого подхода? Значит, есть разные способы. Разберем два основных фактора. Один фактор — это когда вы подбираете такую торговую систему, когда у вас, например, потенциальная прибыль, то есть вы ищете такие места для входа на рынок, где у вас потенциальная прибыль по сделке намного меньше, чем потенциальный убыток. То есть, например, очень часто я нахожу такие сделки, в которых 1:10 соотношение. То есть потенциальная прибыль, например, убыток, например, 25 пунктов, это стоп-лосс ваш. Это вот стоп-лосс 25 пунктов. А потенциальная прибыль, это может быть 250. Это, допустим, тейк-профит. При таких схемах вы можете получить, например, одну, две, вторую, третью, четвертую убыточные сделки, при этом одной прибыльной вы перекрываете все вот эти вот свои убыточные, еще сверху зарабатываете. Потом опять можете получить несколько убыточных, потом опять прибыльные, вы опять перекрываете все убыточные, зарабатываете себе сверху. И ваш стейт после этого похож, он, если его посмотреть, он выглядит таким образом: убыточная сделка, убыточная, 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 прибыльная, но прибыль большая по сделке. Потом опять убыточная, 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 прибыльная, убыточная, 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 прибыльная. И вот эти вот плюсы прибыли, они огромные, они намного больше, чем каждая конкретно взятая убыточная сделка. И в итоге вы выходите на хороший плюс. Если, несмотря на то, что у вас прибыль убыточных сделок может быть в несколько раз больше, чем прибыльных, в деньгах вы выходите на плюс.
Вот используя, допустим, технический анализ, волновую систему, можно находить на рынке вот такие вот точки входа, где потенциальный стоп маленький, а потенциальная прибыль большая. Это один, допустим, это одна схема такой торговли. Кстати, хочу отметить, что у новичков все наоборот получается. Вот если взять любой стейк новичка, у него все наоборот. У него идет плюс, 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 плюс. Но плюсики такие маленькие, там, буквально по несколько пунктов. А потом один такой жирный минус, перекрыл все эти плюсы и еще сверху накрыл 25 сделок таких маленьких. Потом опять плюс, 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 потом опять минус. И в итоге у нас, в итоге, несмотря на то, что прибыльных сделок больше, в итоге мы получаем минус по такой схеме. Вот надо суметь свои мозги перевернуть на 180 градусов. Вот это вот, я и стараюсь этому научить всех своих учеников. Вот отсюда, с этой схемы, переключиться на эту. Когда вы переключите этот свой выключатель в голове у себя, вы начинаете стабильно зарабатывать, причем на любом финансовом рынке. Это одна схема. Следующий механизм, тоже как можно такие сделки искать, это когда у вас соотношение прибыльных сделок намного больше, чем убыточных. То есть при каком-то определенном входе у вас профитов намного чаще получается, чем убытки. То есть у вас, например, при этом стоп-лосс может быть больше, чем профит. Например, стоп-лосс у вас там, так вот, по сделке, например, 30 пунктов, да? А тейк-профит может быть, ну или тут 40 пунктов, а тейк-профит, например, 25. К примеру, вот такая маленькая, мелкие сделки по краткосрочке. Но это все, я беру, тут не важно, не столь важна цифра. Но при этом у вас на одну прибыльную сделку, на одну тейк-профитную, наоборот, вернее, на одну убыточную, у вас приходится много прибыльных сделок. То есть у вас на одну убыточную может быть 3, 4, 5 сделок, например, допустим, от 3 там до 6. То есть на одну убыточную 3 до 6 прибыльных. В этом случае у вас из-за того, что, несмотря на то, что здесь стоп-лосс больше, но из-за того, что прибыльных сделок больше, у вас тоже в итоге по сумме вы выходите в плюс. Но что общее в этих и в первой, и во второй схеме? В том, что каждая конкретная сделка, она абсолютно ничего не решает. Вот вы к этому должны стремиться. Вы должны разработать такую систему или стратегию торговли. Чем система вообще от стратегии отличается? Я уже рассказывал, но может кто-то не знает. Система имеет более жесткие правила торговли. Она больше подходит для новичков. Но ее может разработать даже любой математик, далекий от трейдинга. Она будет работать и приносить прибыль. А стратегия — это уже следующий шаг. В чем сложность стратегии? Что здесь нужен опыт, чтобы торговать с помощью стратегии. То есть здесь уже нужен опыт торговый. Ее уже загнать в какие-то определенные математические модели достаточно сложно. Но чем стратегия лучше, система очень хрупкая. Рынок поменялся, система перестала работать, а стратегия будет торговать всегда. Так вот, вы должны разрабатывать такую систему или стратегию, в которой каждая конкретная сделка ничего не будет решать, но совокупный баланс по всем прибыльным сделкам вашим будет в плюсе. То есть вот таких вот большой набор сделок, 100 и больше, если посмотреть его суммарную, то должен выходить плюс. При этом каждая конкретная сделочка, если мы ее будем брать, неважно, плюс она закрывается или минус. Это психологически тяжело побороть, потому что многие люди, ну, они психологически тяжело переносят потери. Особенно на реальном счете. Получил убыток сразу, о, все, трагедия, караул. Особенно, когда не соблюдается мани-менеджмент и так далее. Это очень тяжело. Но это надо пройти. Другого пути нет. Это самый оптимальный, самый легкий вариант. Вот такая вот схема совокупного баланса, она самая устойчивая и самая жизнеспособная. Вот когда вы это поймете, когда вы это научитесь применять и будете внедрять в свою торговлю, тогда вы выйдете на стабильный заработок. Тогда ваш совокупный баланс по сделкам всегда будет расти в плюс. При этом вы всегда будете зарабатывать, но вы никогда не будете знать, в каждый конкретный момент пойдет валютный курс и что сделать в каждой конкретной сделке. На этом все. Надеюсь, я все понятно объяснил. Желаю вам успехов в обучении торговли. До свидания.